Всемайки.ру – магазин футболок, толстовок, свитшотов, чехлов и других товаров. Огромный ассортимент, ну а если не удалось ничего подобрать, можно создать свой собственный дизайн. Ссылка на магазин в описании. Всем привет! Сегодня мы сыграем в первом дивизионе составом из моей коллекции автографов. 80% этой команды – это Байер 04 Ливеркузен, но также есть представители и других клубов. Это Тоттенхэм, Ливерпуль, Валенсия и еще пару клубов Бундеслиги. И давайте, чтобы было интереснее, за каждый победный матч я буду открывать один пак за 7500. Ну что ж, поехали. Для интереса я специально не стал ставить состав чисто Байера. Итак, нам подобрали уже первого соперника. Это Антуан Гризман, Караско, Ракитич, Иньеста, Модрич. Очень хороший состав. Будет нам, наверное, очень сложно. Кстати, самый дорогой игрок из этого клуба — это вратарь Лено. Стоит около 18 тысяч. Чичарито. Получается пройти. Передача на Чалханоглу. Удар в гол. Первый гол мы забиваем на 5-й минуте. Это Хакан Чалханоглу. Давайте посмотрим повтор. Очень хороший удар. И от рук, от перчаток облака мяч залетает в ворота. Очень быстро открыли счет. Караско. Передача на центр. Иньеста и Лено вручает. Браво. Андреас Иньеста, передача на Антуана Гризмана, выход 1-1 с вратарем. Лено, что творит этот голкипер? Не зря он стоит 18 тысяч. Выход 1-1, Антуан Гризман, Лено вышел, красавчик, снова вытягивает этот мяч. Передача на Чичарито, выход 1-1, удар и облак. На этот раз облак тоже спасает. Еле-еле я смог удержать преимущество в первом тайме. Счет пока 1-0. Очень опасно играет соперник. Слава богу, то что на воротах именно Лено. Не зря реально он стоит 18 тысяч. Очень хороший вратарь. До этого я ни разу не ставил его на ворота. Погнали, начинаем второй тайм. И скоро буду, наверное, делать замены. Хотя выбор у меня не особо большой. Джорди Альба, Модрич, Монтойя. Антуан Гризман, Топрак, вообще очень хороший защитник. Не так просто его обыграть. Настало время сделать первые замены. Не очень мне нравится, как вошел в игру Сон. Очень слабо. Также хочется заменить Хендерсона, наверное, усилить полузащиту и поставить Бендера. И какая классная передача на Мехмеди. Надо забивать второй, это гол. Браво, Мехмеди. Очень все здорово сделали сейчас. Давайте посмотрим повтор, немножко побесим нашего соперника. Отличная передача, реальные три защитника ничего не смогли сделать. Оставалось только попасть в дальний угол. Мехмеди, второй гол, 65-я минута. Марсиаль сам проходит. Передача на Гризмана, Гризман на Модрича. И прямо попадает под самую штангу. Модрич очень точно в угол, и Лена ничего сделать здесь уже не смог. 2-1, слава богу, что я забил прямо перед этим моментом. Один мячик еще. Мехмеди. Кислинг. Передача на Чичарито. Сможет убежать против Пепе? Смог! И забил третий гол. Смотрите, как классно сыграл Чичарито. 3-1. Ну что, получилось выиграть первый матч, и настало время получить свою награду в виде пака. Что же нам выпадет в первом паке? И давайте еще, чтобы было еще интереснее. Тех, кто будет выпадать, можно будет использовать в своем составе. И так мы будем потихонечку улучшать мою команду из автографов. И на усиление у нас, возможно, пойдет пищик как раз. Асеньо вратарь нам не требуется, а вот пищика реально можно будет взять в команду. Как раз у меня стоит на позиции ПЗ Хильберт с рейтингом 77, пищик будет получше. И как я уже говорил, в первом матче не очень проявили себя Хендерсон и Сон. Давайте их лучше оставим на замену, а вместо них поставим Мехмеди и Бендера. Погнали играть второй матч, и, наверное, в первой серии будет всего лишь 2 матча, это такой будет пробный видосик. Если вам понравится, то будем продолжать и усилять нашу команду. Внимание, очень важный момент. Кто же у нас попался во втором матче? Это элитка просто. Будет нереально сложно. В первом матче я запотел, а сейчас будет еще сложнее. Здесь и Пайет, и Дели Али 86, ЦАП.
очень хорошей карточки. Тот же РМИ покажет еще свое. И очень крепкая защита. Но я буду стараться. Будем пытаться выиграть и этот матч. Погнали. Кислинг. Передача на Чичарито. И пробить в дальний угол мимо. Ох, этим надо было моментом сейчас пользоваться. Бендер. Пробить издалека. Какой момент? Почти влетает мяч в ворота. Там бы вратарь уже не выручил по-любому. Даже Дехея. Кстати, у него на воротах ашник Дехея стоит. Не обратил внимания. Хороший удар у Бендера получился. Чичарито. Передача на Кислинга. На фланг, хорошо. Мехмеди навесить на дальний. Гол! Ай-яй-яй! Не получилось попасть в ворота. Второй момент у него опаснейший был. Какая передача на Кислинга! Кислинг, ну не подведи, родной! Дехея выручает, слабенький удар. И по центру ворот. Чичарито, передача на Кислинга. Кислинг, придумай что-нибудь. И забить, Белераби, от штанги залетает мяч в ворота. Супер, просто супер. Никогда не ожидаешь, что получится играть такой командой так здорово. Очень нравится пока мне Байер 04. Реми сейчас будет выбегать один на один. Лену выручит и бьет мимо. Слава богу. Первый тайм подошел к концу, счет 1-0. Получилось много провести хороших атак, но реализовали только один момент. И то я очень сильно доволен. Мы молодцы. Продолжим играть. Фернандиньо будет бить сам, это 1-1. И получается сразу же практически отыграться у моего соперника. Но здесь без шансов. Фернандиньо здорово убежал. Лено. И этот пенальти. Очень обидно, что ставит пенальти. Лено вытащил. То Праг там нарушил. Давайте попробуем вытащить. Ай-яй-яй, над вратарем мячик влетает в ворота. Паед забивает, счет 2-1. Но еще есть много времени, можно попробовать отыграться. Давайте сделаем замены и выпустим Сона вместе с Хендерсоном, наверное. Ошибается соперник, и можно убежать. Сейчас 1-1, Чичариту забить. Матич буквально в последнюю секунду смог перехватить. Сон забить в дальний угол, удар, гол! У нас получилось сравнять счет. И замена сыграла, выпустил я Сона на позицию ФРВ, не стал ставить его на место левого полузащитника. Давайте смотреть, хороший удар. Люблю такие забивать. 2-2, 75-я минута. Кампль классно делает сейчас перехват. И можно самому пройти и забивать в дальний угол. Дехея, браво, конечно, выручает сейчас Дехея. Перехват Мехмеди. Чичариту забить, нужно забивать сейчас. Гол, счет становится 3-2, мы буквально за 5 минут выходим вперед. Снова выходим вперед против фантастически сильного состава. Ай, какая передача на Федора Смолова. Сможет ли реализовать он свой момент, перекладина. И это еще один отскок. Очень мне везет. 88-я минута. Надо держаться. Надо победить второй матч. Я хочу еще один пак открыть и усилить нашу команду по возможности. Пошли последние минуты матча. Сейчас надо просто подержать все это победа, чуваки. Просто две сложнейших победы. Ну, первый была еще. Первый матч был полегче, но второй был очень сложный. Получилось затащить, сам того вообще не ожидая. Думал, хотя бы в ничейку свести. На ошибках. Сыграли. У нас 18 очков и остается 3 игры, то есть мы сейчас можем реально затащить и выиграть первый дивизион. Ну и в концовочке давайте откроем еще один пакетик за победу. 7,5 тысяч монет. Будет ли тут игрок, который сможет усилить нашу команду? Нет, походу здесь такого игрока не будет. Смотрим. Нет, никто не пойдет в нашу команду. На этом давайте заканчивать. Такая пробная серия из двух матчей. За то, какие матчи, согласитесь, ставьте лайки, особенно за второй камбэк. Соберем, если 30 примерно, хотя бы давайте 40 лайков, и мы выпустим вторую серию с этой же командой и продолжим играть в первом дивизионе. Надеюсь, вам понравилось. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока.